Марат, чем занят сейчас? Вот склеил новую заготовку, сделал. Новая заготовка. Ну, это то, что мы с тобой уже как бы видели, ты ее склеил просто еще, да? Мы же начали уже снимать, да, это? Да, я клеил. Это продолжение у нас сейчас. Ага. А что ты сейчас делаешь? Да, такую черновую работу делаю, обработку. Что увидел там? Клей? Да, клей. Ну, а там ничего видно не будет. Летят стружки очень большие, кусочки. Дерево плотное довольно. Даже я слышу, как эти стружки бьются. Очень твердое дерево. Даже такой инструмент и то по миллиметру выбирает. Большие объемы лучше стамеской снять. А потом уже, когда доводишь, надо будет применять эти более мелкие. А эта стамеска, Марат, у тебя самая крупная? А? Эта стамеска у тебя самая крупная? Нет, это не очень большая. Ей удобно выбирать, потому что она берет более округло так. А сейчас, Марат, что ты прорисовываешь? Ну, намечаешь, да? Так. Все время образ меняется. Я могу прийти через полчаса, все это снять и опять заново что-то делать. Интересно. Да, впереди интересно смотреть вот отсюда. Отсюда? Ну, давай я попробую. А, ты повернул меня. Да, хорошо. Правда, здесь еще много-много работы очень. Очень много. Но мне нравится это дерево. Есть много заготовок уже. Уже есть еще одна заготовка, уже склеенная. Отлично.
Угу, понятно. Есть что делать. Угу. Что, каждый Марат? День что-то новое нахожу в этих кусках дерева. Смотрю, прихожу, нравится, не нравится, ухожу, нравится, не нравится, делаю. Очень красивая будет работа, это мне нравится. Нравится.